Прохор Шаляпин в своем микроблоге в Инстаграм в разделе Stories попросил, чтобы его не беспокоили вопросами о смерти его возлюбленной Татьяны, которая скончалась в конце сентября от последствий коронавирусной инфекции. Шаляпин также добавил, что родителей бизнесвумен тоже лучше оставить в покое. Прохор гневно высказался по поводу недоброжелателей, выдвигающих версии о мнимой смерти его супруги. Остановите это мракобесие на смерти человека. В своих глупейших версиях о якобы пиаре и наследстве написал в своем микроблоге в Инстаграм Прохор Шаляпин. Также Прохор Шаляпин добавил, что не будет давать комментариев и пытаться реагировать на скандальное заявление по поводу смерти Дэвис. Больше меня и родителей Татьяны не тревожьте и не пытайтесь втянуть в скандал, попросил Шаляпин.